Всем привет, всем привет. У нас фазмофобия соло кошмар. И у меня сегодня здесь Рональд Эллиот. Я приехала на Графтон. И мне нужно засечь звуки, направленные микрофоном, остановить призрака распятия и обнаружить его датчиком движения. И вы не поверите, у меня, знаете что? Та-да-да-дам! А чё мне так везёт-то на тумана? Я не понимаю, почему игра? За что ты так со мной? Вот нафига мне этот туман вообще сдался? Карт нет. Ну, ну хоть щиток тут. И это радует. Место, кстати, и спрятаться. Давай тут сразу еще посмотрим Костяныча. Вроде нету. А тут? Вроде тоже нету. И все тихо, спокойно. Шкатулки нету. Даже 7, 8, 11. Гостинка, может? Нет, здесь 13. Ай, застреваю. Даже чё, холл? Серьезно, холл? Интересно. Зеркала нет. Да, походу, холл. Летит, летит. Нет? Не поняла. Ну давай мы посмотрим отпечатки. Я не поняла, это был ГОСТ или он просто сам вырубил свет. Так, так и так. Забавно. У меня не так давно, по-моему, тут же был или нет. Это, возможно, был ГОСТ. Дай ему вот тут свет тогда. Ладно, не будем включать. Огоньки. Воу-воу-воу. Ну вот же банк. А, вон там. Давай тут бросим. Ты здесь. Ты молодой. Ты злишься. Ты здесь. Ты молодой. Ты злишься. Ты здесь? Да хорош. Где? А, понимаю. Пятерка. Опять пятерка. Опять туман, опять пятерка МП. Ладно. Так, кресты. Дотс. Надо, наверное, чуть-чуть повернуть камеру. Чтобы она еще шкаф тут задевала. Ну, видно было, в смысле. Глянь, не имется. Так вот как-нибудь. Давай сейчас дотс посмотрим. И потом блокнот отнесем. Если это будет дотс, я буду смеяться. Ну, потому что выпадет прошлая пачка из прошлого видео. Не могу. Ну, серьезно, что ли? Не говорите, что Радзю. Не надо. Солянку. Котик. Что было?
Это у меня вот здесь любишь ходить, да? Вот здесь. А, все понятно. Не мираж. А, прям тут наступил. Шажочек. Все, да? Ну ладно. Давай наблюдать. На горюшку. Ну, горюшку у нас не пробежит вживую. Датчик сработал. Еще раз сработал. Ну что? Я не могу так долго не моргать. Это горю. Его не было видно вживую. Так. Мне надо распять. Он, кстати, у нас получается не уйдет из этой комнаты. Давай вот так. Фонарик. Нам надо еще предмет найти. И Костю. Сердится, бросается. Итак, извечные поиски Константина. Тут нет. Выключаем. Раушная. И тут нет. Глянь, тут бутылку уронил через стенку. Ну что, Костя, ты на втором, что ли? Обитаешь у нас сегодня. А тут свет включим. Так. Так. Давай еще фотик принесем, потому что нам надо гость сфоткать и предмет. Возьмем так сразу. Новенький. С 5 фотками. Пойдем с детской начнем. Осматривать. У меня круг. Можно будет даже призрака сфоткать. Челюсти. Рук кружочек. Сейчас мы этот фотик туда унесем, оставим. Не знаю, может, распятие сфоткаем или еще какое-нибудь взаимодействие. А этот фотик. Где он? Вот он. Мы отнесем туда. И сфоткаем призрака. Когда вызовем атаку сейчас. Туда бросим. Пойдем заодно слушать пока что. Да, скажи что-нибудь.
Давай я не буду сейчас тут стоять 3 дня и ждать, пока ты что-то скажешь. Ну, на шестерке застряла. О, глюканул. Ну и? Скажи что-нибудь. Призрак. Ну, серьезно. Вообще тишина. И сверчков почему-то то слышно, то нет. Ну, точнее, то громко, то тихо. Ну что, серьезно? Почему у меня это задание так дурацко не хочет срабатывать? О, спасибо. Все получается. Мы вот так вот бросим. Пойдем за благовошкой. Так, мне останется зараспятить. Сейчас мы как раз просадимся через круг. Вот. Распятиями мы по-любому должны будем его зацепить, потому что это горюшка, он, по идее, не уходит из своей комнаты, никуда не переезжает. Да я тебя и так сфоткаю. Чё ты мне тут решил показаться? Давай мы сейчас сожжем. 50. Просто чтобы у нас во время... Подожди, зачем? Во время зажигания круга не активировалась охота. А то будет неприятненько. Где? Я потеряла круг. Быстро завернули. Что ты там останешься? Я же выбрала. Да, горюшка. Ну что? Да ну тебя. Давай сидеть тут. Ждем распятия. Интересный поворот. А почему? Очень интересно. Два распятия лежали.
Может, конечно, он с лестницы начал. Ладно, дальше посидим. Опять, кстати, по-моему, дверь закрылась бесшумно абсолютно. Ненавижу из-за этого фармхауса. Ну что, давай зацепишь. Ты не должен был переехать из комнаты. Да, что там бросается? Ну, Рональд, блин. Отлично. Давай мы вот так вот сейчас сделаем. Привет. Я тебя обкурила. Где у меня фотик? Вот он. О. До свидания. Смотри, он даже еще и не уходил. Хотя, по идее, тут ГОСТ-то именно мне должен был сработать. Но он почему-то все равно физически стоял. Все, все сделали. Поехали. Альбом, правда, не заполненный до конца, но... пофиг. Не в этом счастье. Да, оправдываю себя этим. Тарист опять. Не переезжал же? Не переезжал. Отлично, значит, способность его работает. А, три госта, значит, все-таки там был именно этот нефизический гост мне прилетел в самом начале. Вот такая катка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, заходите в описание, там есть ссылка на Discord-сервер и на телеграм-канал с анонсами. И увидимся уже в следующих сериях. Всем пока-пока!